Ёлы-палы. Ну не должно ж оно было работать. Тут же стоит Ctrl. Чё ещё надо? Да ёлы-палы. Есть небольшие, так нормально, в принципе. Держи, братан. Что ж, тестируем звук, всем привет. Сразу к спору. Так, надо поэкспериментировать. А чё ж у меня не убирается рамка? Ну ладно, то такое. Я просто могу вниз нажать. Так, ладно, все равно мы звук испытываем. Ну чё, появился новый кораблик, Франция. Сейчас откроем контейнер, посмотрим, что там за кораблик. Так, ну давай больше камуфляжей. Снаряжение. В прошлый раз нам супер контейнер выпал. 5 лямов выиграл. Сейчас посмотрим, что тут у нас. Так. Гидроакустический пояс. Короче, фигня какая-то. Так. Ну чё, поехали, качнём. Один или пару бойков. Так, выйти из очереди. Сейчас я как раз чаёк схожу, заберу. Один или пару бойков я испробовал. В принципе, прикольный кораблик. Это крейсер. Вроде как. Да, крейсер. Ну чё, сейчас испытаем.
А, тут еще и очередь. Ну да, это ж первый уровень. Неудивительно. Че, вообще не закинет? Да ладно. Давай хотя бы уже к третьим рангам. Че там? Так, тут у нас все отлично. Да, не думал я, что будет такая очередь. Ну, до 20 подождем. В первых уровнях никого нет, представляете? Ну давай, еще двоих. Никак. Так, ну мое первое мнение по звуку. Звук, в принципе, ничего такой крутой. Проблема в отстройке. Вот, например, вот этот ползунок. Вот этот. И этот. Да, наверное, и этот. Взаимосвязанные с вот этими общими звуками, то есть громкость эффектов-то она в общую связку связывает. Пришлось сделать несколько определенных тестов, чтобы это вычислить. Ну, более-менее подрегулировал вроде. Не знаю, может окружающую чуть подзанизить все. Двигателю просто плоховато, как по мне слышно. Ну а там, конечно, на любителя. Так, ладно, посмотрим развитие. Так, модули. 350 опыта надо, у нас уже давно есть. Возьмем второй уровень, потому что, может быть, на нем нас быстрее закинет бой. Так, покупаем. Командиром, да. Так, ну что ж, смотрим. У нас тут новый командир, француз Фуберт. Сразу же внешний вид. Так, что тут у него? Маскировка какая? 9 километров, если мы эту поставим. Ставим, короче, вот этот камуфляж. Так, сигнальные флаги пока никакие ставить не будем. Ну, тут поставим. Вот, давай вот этот. Поехали. Надеюсь, сейчас-то закинет. Нет, у меня чат завис. Так, сейчас я чат раздуплю.
Так. Что, напишем что-нибудь? Так. Сейчас проверка на чат и поедем. Ну что, чат работает. Отлично. Так, что тут у нас? Время зима. Едем. Фейс показывает много, 60, посмотрим, как дальше. Так, как тут у меня вообще микрофон и все остальное отстроено, я это не посмотрел. Так, тут все стоит. Тут тоже все стоит. Ага, вот тут ничего не стоит. Так, ну сейчас мы тут что-нибудь накрутим. Чуть гаммы. Чуть контрастности. И чуть-чуть насыщенности. Вот так вот где-то. Посмотрим, как оно будет. Так, там у нас уже бой давно идет. Да ёп. Сильно много цвета, да. Так, вот так вот. Ну, у меня тут все настраивается. Это тестовый стрим. Так, давай на 30-ку пока поставим, там посмотрим. Вроде бы как бы нормально. Так. Ну что ж, попытка номер 2.
Наконец-то у меня получилось так, как я хотел. Так, теперь мне надо в игре прожать на другой кораблик и выставить все. Так, отлично. Ну, мне нравится контрастность, яркость, мне все нравится. Сейчас посмотрим, может быть, что-нибудь добавим тут. Тридцаточка самая отличная вообще. Ну, по цвету мне вообще нравится, ребят. Да, я специально цвет меняю под видео. Все это тестируется. Попробуем поснимать. Ой. А, ну да, тут не получится, наверное, поснимать уже. Только так. Торпеды. Так вот, между торпедами уже не переключается, как раньше. Ну чё, войдут, не войдут? Должны. Давай, 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 давай. У тебя две точно должны выйти. Одна, вторая. Эх, хорошо. Нормально, тонет. Это он пустил их перед смертью. В принципе, если тот ремонт прожал при первом попадании, он сейчас умрет. FPS нормальный, стримить можно, в принципе. Ой, отлично, отлично. Сейчас я покажу, так. Здесь на максимум, здесь на максимум все. Отражение даже на максимум включены. А мне что, все на ультрах, кроме вот этого вот? Ну да. Ну круто. Будут фризы, лаги, но терпимо. Thank you.
информация о потоплении. Ну, круто. Был кораблик, а нет корабля. Опять я нажал что-то. Единственное, как-то с курсором придется бороться. Либо поставить, чтобы панель пряталась, да? Ну-ка, сейчас. Автоматически скрывать панель рабочего стола. Вот, отлично. Так, ну вот. Это нас спасло. Так, ну что ж. Покатаем еще. Я думаю, тут будет победа. Сейчас катну на эсминце со своим любимым немцем. Так, у меня еще один слот есть. В принципе. Так, немец где он? Вот он, В-25. Так, изучаем следующий. Покупаем его без командира, да? Так, что у них тут вообще по развитию? Все правильно же? Так, немцы 25, все правильно. А то мало ли, вдруг он премиумный, а я его сейчас продам. Так, может на нем что-то висит, снять можно. А, не, на нем ничего не висело, продаем. Он, кстати, не вкачанный был. Так, а теперь на этот садим того самого командира. Вот он. Так, у него есть один перк. Так, это не то. Ему на скорость надо качать. На дымы, на скорость. Где это у нас тут все? Победа на предыдущем, отлично. Модули. Так, это тоже не то. Но вот это найти. Слушай, а как же ж... Я смогу изучить эту линейку, не открыв вот эту? Правильно же? Понятно. Ну ладно, разберемся. Давно не играл, не помню. Так. Покрасить его. Так, вот это на скорость. Это поставим. И, конечно, к незаметности. Все, полетели.
Так, с большими дядьками. Ну, для эсминцев, как и для светляков в танках, это, в принципе, достаточно нормально. Посмотрим. Так, я тестирую картинку, звук еще раз напоминаю. Поэтому это тестовое видео. Водичка-то какая. Супер. FPS радует. Я, кстати, не думал, что такой высокий будет. Просадки есть, но не особо большие. Ну что ж, полетели. Свой скилл пока показать не могу, так как не этим голова забита. Кто-то запеленговал. Интересно, как это обозначается. Непонятно. Ну ладно. Охрану, может, мне дали. Ну что ж, набираем скорость. Я, кстати, торпедный аппарат не проверял, что-то на сколько. 6 километров. Начинаем захватывать точку Б. Просадочка есть, показывает 39-38 FPS, просадочка посильнее будет. Свечу кораблики. Так, ну что ж, побудем пока тут. Может быть, сейчас пойдем на точку С, там поможем. Я смотрю, все туда плывут. Так, главное, с пушек у меня 8. Так, отлично. Тут прорвали. В
две точки взято у нас нормально. Там еще один. Давай, даем, даем его. Сейчас мы его задаем. Наверное, задаем. Тяжелый он. Эх, но не знаю, как получится. Что с этого получится? Надеюсь, кто-то угодит в них. Ушли, вот зараза. Ну, если бы мои собратья мне посмелее помогли, они тяжиком были заняты. Тогда все у меня получилось. А так, ладно, поехали дальше. Сам подставился, да, опасно вылез. Что такое? Так, ну качать нам вот это надо. Сразу возьмем корпус. Так, рацию хотел добавить. Совсем мало игроков, маленьких. Тяжело молодым качаться, но можно прокачаться, в принципе, к оперативному бою. Это такое. Ой, зеваю. Днем жарко у нас сейчас, все купаются, один я тут сижу, стримлю. Я же говорю, это не стрим, это так, тест, пробничек. У меня уже были пробнички, но я в основном все силы тратил на другой проект, потихоньку буду эти натягивать. Французский класс, ну, в принципе, мне понравился. Я так понял, это больше смесь линкоров, на которых стоят пушки с крейсеров. То есть скорострельные пушечки такие домашние довольно-таки. И очень крепкий корпус. Я понял, примерно так вся ветка будет выглядеть.
такая фишечка у французов. Так, ладно, стрим не будем задерживаться. По 2 минуты загрузки, никого нету. Так, так как я курю, наверное, возьму какого-нибудь тяжика. Вот давно не катался на Колорадо. Качать его надо. Не знаю, ребят, что выкачать быстрее. Колорадо или... Ну, крейсер или линкор американский. Опа, Леня, это я не видел. Кораблик из Содружества появился. И Паназию я не видел. Вроде как. Паназия. Вот эти 12 не видел. Вчера зашел, смотрю, вот Франция появилась. Только вчера клиент обновил, давно не заходил. Так, США меня сейчас интересует. Значит, смотрим. Тут Каролина будет, тут будет Новый Орлеан. Еще 40 тысяч не хватает. А тут... А, тут еще больше. Так, ну мы попрем на Колорадо. Пенсакола вообще ужасный корабль. Не знаю, мне он не понравился. Сложный очень. Но очень долго разворачиваются башни. Сам он такой фанерный весь. Там очень точно им стрелять надо. Он довольно-таки точный, в принципе. Надо ББшками выцеливать уязвимые места. Вот такое. Так, ну не сильно к большим меня кинуло, кстати. Благосклонно. Надо тащить. Не всегда можно в бою оправдать линкора. Все зависит еще от команды. Не прорисовала. Красивый кораблик. Тоже на линкорах нелегко. Мне нелегко дается. Очень точно надо стрелять. Долгие зарядки между выстрелами. Так, рацию я хотел выставить же. Подумаем, что еще. В принципе, вон солнышко. Сейчас дождик пройдет, наверное. Погоду они динамичную сделали, то есть не постоянно идет дождь. Может быть, ясная светлая погода, потом дождь начнется. Что ж, пойду на этот край, там посмотрим. Там он есть какой-то Данкеров. Так, Данкеров. 6-й уровень.
сделать, если бы попасть. Чуть-чуть попал, так, ладно. Смотрела, она шевелится вроде как. Может, не на всех картах. Попал. Так, ладно, надо разворачиваться. Ничего страшного. Напали на меня одного куча. Сколько их? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шестеро, надо уходить. Зараза меня торпедами шмаляет. Так, через минуту я только смогу подчиниться. А пока меня лупят жестко. Все это омаха. Победить на таком расстоянии. А свое дело знаю. Так, помощи попросить. Горим, ребята, горим. Просто распиздовывает нас. Он нас чисто палить будет.
щит. Оу, щит. Что же там делают другие ребята? Что значит не следил за боем? Остался один на фланге. Уже уйти не смог. Без поддержки совсем. Против шестерых. Так, там у нас победа. Поехали, пока время у меня еще есть до четырех. После четырех буду занят. Да, нелегко было. Ну, трудно попадать, ты стреляешь, у тебя разброс. Ну, он стреляет как-то. Короче, неудобно по нему стрелять было. Тебя вширь идут выстрелы. Хреново как его навести. Звук динамический поставил. До этого смешанный стоял. Ой, красотища. Блин, как же ж камеру отделить? Вроде вот отделила. А, вот она. Прям кино. Чтобы знать, как интерфейс убирать. Так, ну чё, побаловались, хватит. Так, мы пойдем на самую опасную, на среднюю точку, идем через центр. Попробуем, по крайней мере. Вот на этой карте вроде бы я смотрел, деревья шевелятся. Чё-то не видно, а ну-ка. Очень высоко стоит. Сюда рвутся еще пару ребят. Чуть-чуть.
помогите. Так, можем, в принципе, этот корабль затопить. Богатырь, да? Пошли попробуем. Посмотрим, куда он движется. Он чисто назад вперед двигается. Ай, не доигр... Чё ж, только-только-только. Я только-только разыгрался, ну ёлы-палы. Так, я уже вроде не розовый. Так, на какую точку пойдем? Наверное, на правую сразу. Так, голос еще добавим.
Еле прожал. Француз. Чё горит, не понимаю, но мне нравится национальная озвучка. Но она, по крайней мере, реалистична. Кстати, вот управление еще другое стало, более резко. Более резко называется. Рули перекладываются вообще здорово, быстро. Захватили ее. Отлично. Так, вроде разошлись. Так, пойдем. С кляцей пойдем, короче, туда. Блин. Вот она, листва новая. Да, шевелится. Гонимся за товарищем. Заметили, а? Давай. Критичная машина, Чарли. Есть.
Давай, 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 давай. Есть, проскочил. Так, ну что, он потонет, не потонет. Отлично. Так, забираем точку А. Неожиданно. Можем еще жить. Одна точка, в принципе. Так. Он подбирается к нашему тяжику, вот справа я вижу. Торпедос директ voraus. Круто, он ушел, круто. Мавик найти можно. Куда они летят.
тянем на победу, вытягиваем. Шесть, по-моему, да, у меня кидает. Да. Так, Илюха грозвонит. Алло? А ты где сейчас? Давай, давай. Подожди, я сейчас. Так, а что тут у нас? Пока я там отбивался, Леха разговаривал, команда слилась. Ё-моё, чё за фигня? Блин, у них 4 тяжика осталось, это жесть.
Ой-ой-ой. Так, ладно, ребят, на этом буду заканчивать. Микрофон сейчас отключу.